Привет. Сегодня 4 марта. Снега вокруг, моря. Я наконец-то доехал до Роза Хутор. Много-много работал, продавал квартиры. И вот смотрю, плюс 6. Ветерок небольшой, туман рассеялся. Поэтому сейчас поеду вниз. Обещали открыть Розу Пик. Поэтому смотрите, какой кайф. Вот я все еще в восторге, в бешеном нахожусь. Я много где в России катался на Урале, катался на Эльбрусе. Но такого сочетания мягкого снега. Ребята, посмотрите вокруг, просто что происходит. Видите, красотища какая. И это все за небольшие деньги. Полчаса от Сочи и поводов, почему нужно приезжать в Сочи, жить в Сочи, покупать недвижимость в Сочи и работать, и зарабатывать, и наслаждаться жизнью. Не, я серьезно говорю, вот приедьте, просто приедьте и оцените. Я вам все покажу, расскажу, да сами все увидите. Давайте, я поехал вниз.